Всем привет! 17 декабря состоится премьера корейской дорамы «Плохой и сумасшедший», в которой главные роли исполнили Ли Дон Ук и Ви Ха Джун. Дорама расскажет о Су Йоле, компетентном, но меркантильном детективе, охотно закрывающего глаза на коррупцию, если ему от этого будет выгода. Его жизнь внезапно меняется с появлением личности Кей. Непредсказуемая личность Кей не только сбивает с толку детектива, но и взывает к совести относительно его прошлых поступков. Кей считает, что он существует, чтобы восстановить справедливость в коррумпированном мире. И первый грешник, которого он решил привлечь к ответственности, детектив Су Йоле. Ви Ха Джун прокомментировал: «Мой персонаж груб до такой степени, что его кулаки опережают его слова, но он яркая личность, которую переполняет чувство справедливости. Я много тренировался и репетировал, чтобы подготовиться к многочисленным боевым сценам, и практиковался в комедийной игре». Ли Дон Ук также прокомментировал: «Ру Су Йоль не особо порядочный полицейский. Он совершает плохие проступки ради своего будущего и карьеры и пытается закрыть глаза на многое. Он персонаж, который много думает о собственной выгоде. Самая сильная сторона нашей дорамы – это мощный экшен. Наша команда по боевым искусствам сильно нас выручает. Я очень им благодарен». А Ха Джун всегда так тщательно готовится, что я даже задавался вопросом, как это возможно, что с самых первых съемок он сразу стал сумасшедшим парнем Кей. Он всегда старательно готовится к роли и усердно работает во время съемок. Мы активно делимся друг с другом своим мнением и внимательны друг к другу во время съемок. Лично я буду с интересом ждать премьеру данного сериала, так как хочу посмотреть химию между главными героями. А вы?